Если вы не знаете, что делать со старыми пособиями, то вот мы придумали вот так вот с ними. Рвать их и кидаться. Да. Все готовы? Снаряды готовы? Пап, это не разрывай! Давай по всей квартире. Нет, давай по одной комнате только. Нет, закрой дверь. Так, друзья, ты аккуратно посади что-нибудь, раз разбежались все. Все. Стоп! Папа, мама. Стоп! Я не... Почему это? Щит! Это щит мне не нужен. Щит. Нет, ну это щиток. Никакой щиток. Так, все. Теперь сгрести итоги нашей войны хулиганской. Вот сколько труда у нас, да, было. Ну, теперь зато оно было веселое. Веселье. И уборка будет веселая, да? Поиграли, называется. Сейчас покажу, что у нас случилось-то. Почему был грохот. У нас за дверью стоят двери от шкафа. И когда ребенок закрыл дверь, они повалились. Хорошо, что упали вот сюда. Представляете? Вообще, если бы они на него упали, катастрофа.